Блин, я в шоке. Почему? Я сижу тут. Мне, во-первых, страшно, во-вторых, у меня вся попа отморозилась. Вот, блин, ушлепки забрали, значит, все нормальные места мне сюда посадили. Блин, у меня попа уже немела. Давай, быстрее садись. Ух, наконец-таки мы прилетели. И вообще, почему это я сидел на полу, а, один? У меня попа отмерла. А что, свободное место, кто успел, тут поп место потерял. Трындец, офигевший вы вообще. У меня попа отмерла из-за вас. Вообще, она онемела, я сидеть теперь не могу нормально. Ой, все, наконец-таки, земля. Наконец-таки я приехал сюда. Ой, как же долго мы летели, конечно. О, это ж командир. Командир, здравствуйте, командир! Здравствуйте. Мы прилетели, конечно, было не очень удобно лично мне, потому что у меня попа отмерзла, я сидел на полу, вот. А этому, короче, буреку нормально удобно, было. Многоборно. Ну, как-то вы долговато летели до нас. Хотя, вроде 6 часов. Ну, нормально. Ладно, что это самое, я вас утяну. У нас собрание уже, построение. Давайте в машину бегом. О, да, конечно, командир, все, Леха, побежали. О, кстати, всем привет, ребята! С вами, как обычно, Паша Флейзин, Леха Джел. И, ребята, мы снова вернулись в армию! Всем здорово, чуваки! Короче, ребята, чтобы вы понимали, мы только что вернулись с суперсекретного задания, где на острове мы, короче, защищали всех от бандитов. Вот, в итоге мы, ребята, приехали, прилетели, и я отморозил себе попу. Вот, сидя, короче, на этом полу, блин. В общем, ребята, я надеюсь, что вы все рады, что армия вернулась. И если это так, добрался, влепите свои крутые лайки. Лайкосик, подпишитесь на мой канал. А также, ребята, давайте, чтобы новая серия про армию вышла как можно быстрее, наберем 2 лайка. Да, ребята, я понимаю, 2 лайка это безумно большая цифра. Мы еле-еле 3 собираем. Но давайте именно на этом ролике наберем 2 лайкосика. Все, ну, короче, побежали, там же командир ругается. А вы, ребята, влепите лайк. Я за пушку, давай за пушку, хлопушку. Так, а я пока сажусь на переднее. А, командир, вы это самое тоже садитесь? Да, я иду. Оп, смотри. Блин, это капец, летели долго, мы сейчас все время профугаем. Давайте это, газуйте быстрее, а то опоздаем. Да, ну, а хорошо, командир, а куда мы это самое-то отправляемся хотя бы? Да мы едем на церемонию, точнее на построение. Короче, вас там награждать будут за операцию. Че, давай, газуй. Чего? Награды? Это как понимать? Там еще что-то за это... Нам еще что-то за это дадут? Нифига себе! Блин, слушайте, ну я очень рад, конечно. Кстати, командир, я тут это с первого нашего задания вам этот сувенир принес, так где он тут в кармане у меня лежал. Вот я, короче, принес грант вам. Чё, надо без чеки, выкидывай ее быстрее в окно. Хорошо. Все, гранаты нету, все хорошо, замечательно. Вы извините. Ты куда-то не туда выкинул? Ой, ладно, думаю, никто не заметит. А куда ехать-то? Давай налево, просто налево, ты сейчас тут все разбомбишь уже. Ты ж, елки-палки, ух ты. Ой, извините, пожалуйста, так, все, я тут припаркуюсь. А, ух, краски построения, Леха, все, побежали. А то мы еще опоздаем тут. Здравствуйте, мы тут чуть-чуть опоздали, вот, у меня... Попа просто отморозилась на самолете. Так, ладно, давайте, теперь уже все в строю. Дорогие бойцы, я с гордостью хочу вам сказать то, что наше задание выполнено. И выполнено оно благодаря 2 отличным и смелым бойцам, которые смогли захватить пол территории самостоятельно вдвоем. Это Павел Флейзин и боец Алексей Джел. Рядовые, выходите. Это я тоже, да. Мы хотим вас поздравить и поблагодарить за вашу отважность, смелость и, самое главное, вашу мужественность, что вы смогли захватить территорию и смогли выполнить наше задание. За это мы вас повышаем до сержантов. О, чё, это сержант? Нифига себе, это классно, спасибо, конечно. А что это звание нам дает? В общем, звание сержант вам дает отдельную группу из 5 человек, которую вы сможете командовать. О, нифига себе, у нас... То есть мы типа как командиры такие, да, маленькие? Мини-командиры! Блин, прикольно! Все, радости свои потом. Давайте, вставайте обратно в строй. Ой, конечно, извините, спасибо огромное! Также я хочу поблагодарить... Блин, ребят, ну вы прикиньте, нас сделали сержантами, и мы, короче, теперь будем мини-командирами! Блин, реально, влепите лайк, пожалуйста! Сержант Павел Флейзин, можете потише? Извините. Блин, ты представляешь, что у нас будет целая группа? То есть мы стали командирами! Блин, это так классно! Ну, это да. Ну, блин, ребят, ну все равно влепите за это лайк. Это же так круто. Так, нам сказали, что группа Альфа находится... Сейчас по команде. Где-то здесь. Так, ну-ка, где? Это... А, вот она. Тут ты посмотри. Во, рядовые. Это вы, да, группа Альфа. Так точно, господин сержант, это мы.
Итак, слушаем мою команду. Меня зовут сержант Павел Флейзин. Это ваш второй сержант Алексей Джел. Мы ваши командиры, считайте. Вы должны слушаться каждое на наше, короче, нашу команду, короче, должны слушаться. И если вы не будете слушаться, то мы вас заставим отжиматься. Отжимание, отжимание. И начинать. Так, ладно, короче, это бы понятно. Конечно, блин, что-то команда не очень. Это лошадь какая-то, олень... И медведь. Угу. Медведь! Ну, команда, конечно, от бога. Ладно, так, первая моя команда на первый. Второй, рассчитайсь. Первый, второй, третий. Что? Олень, ты первый, второй не знаешь? Ты, смотри, вот первый, второй, ты первый. Давай еще раз. Так, на первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, третий. Ты шутишь надо мной? Ты первый, второй, первый, ты первый, алло, просто скажи один. Давай. Нет, сержант, после двух идет три. Вы что, не изучали математику? Один, два, три, значит, я третий. О, боже мой, просто скажи первый. Давайте еще раз, да, первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, третий. Боже, олень, ты реально мешаешь всем. Так, еще раз, ребята, на первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, первый, второй. Вот, олень что-то лажает. Так, олень, пока ты там отдохни, там это посиди. Вот, ну, ребята, значит, следующее наше задание, это, наверное, подготовка, тренировка. А что это мы тут делаем, а, сержант? Вроде как только звание получил, уже даешь. Да, я никого не бил. Вы не смотрите туда, это не я. Ага, не ты. Если вы не поняли, сопляки, вы еще под моим руководством идете. Вы чисто мои помощники и все. Понятно. Так что вы еще не командир никак. О, помогаем, о, как-то. Yes, sir. А я думал мы... Да, короче, ты думал, я думал, вот это не надо. В общем, вы мои подопечные, и у вас также есть так тренировки. Так мы резервяты. Мы сейчас едем с вами тренироваться на самолетах. Куда... Блин, ну ладно. А вы даже туда не смотрите, вы еще не готовы управлять целой командой. Давайте, понял, погнали. Ладно, мы побежали. Капец, это что-то было, я чуть не был. Я думал, мы уже все будем командовать тут, значит, а мы также... Я тоже думал. Капец, ребят, мы также остаемся под силой нашего командира, получается. Командир, а куда мы это самое-то едем-то? Значит так, девочки, так как вы у меня были сначала в сухопутных войсках и были на земле, то сейчас мы пойдем воевать уже на воздух. Так что едем учиться управлять самолетом. Чё, мы летать на самолетах будем? Очуметь, ну ладно, погнали тогда. Командир, а когда мы уже будем своим отрядом-то управлять? Я хотел бы покомандовать там или еще, заставить их поджиматься. Паша, я тебя сейчас сам тут заставлю отжиматься 100 раз, так что выходи давай. Ладно, хорошо, ну мы приехали. Фига, тут самолетов целая куча. Смотрю много. Здравствуйте. Добрый день, Алексей Джел. Добрый день, Павел Флейзин. А точнее, добрый день, сержанты. В общем, вы находитесь сейчас в самом центре нашего ангара, а точнее, в самом главном комплексе нашей военной базы, где собраны абсолютно все самые лучшие самолеты. Ваш командир сказал нам обучить вас пилотированию, но так как вы уже умеете хоть как-то управлять самолетом, мы пройдем курс подготовки оружия, а то есть как стрелять с самолета, как кидать бомбы и так далее. Выбирайте любой самолет, ну и начнем нашу тренировку. Слушай, так быстро! Так, ну ладно, ща я... Командир, когда посоветуете? Я не знаю, слушай, я вообще-то не пилот. Выбирайте любой, сказали, для тренировки вроде любой подойдет. Так что, прошу, let's go, как говорится. Ага, так, ладно, ничего пока что непонятно. Ну, истребитель есть, но... Берем. Блин, ну вроде прикольно. Смотри, у него ракеты есть также. Так, а мы можем... О, еще смотри, вот этот можно взять. У него все, залезай. Пулеметы есть. Сержанты, да, погнали. Я вам дам небольшую подсказку. То, что сегодняшняя тренировка будет связана с бомбами. И вам нужен тот самолет, который умеет кидать бомбы. О, чего? Что там? А истребитель умеет так делать? К сожалению, нет. Истребитель не умеет так делать. Выберите другой самолет. О, Леха, слышь, стой. Ой, а он еще одноместный, кстати. А, ну, кстати, да, блин, он нам точно не подойдет. Да ты его подойдет. За колесо держался нормально, кидал бы бомбы, гранаты. Да, не, подожди, давай. Может, о, смотри, вот этот двухместный. У него и пулеметы вроде, и ракеты есть, и бомбы, наверное. Хотя, блин... Ну, маленький какой-то коротышка. Ну, это да. Так, тут, нет, это одноместный. Так, этот... О, кстати, посмотри. А вот
этот, мне кажется, самый раз с каски. Ой, пулемет есть! И я пулеметы. Пулемет. Так, а я чур тогда на пассажирской. Так все, садимся. У него же какие-то ускорители сбоку есть. Ускорители? О, смотри, у меня даже табличка какая-то выскочила. Open the bomb. То есть бомбы тут даже есть. Ребят, ну за бомбы-то это самое, о! Ну, лепите лайк. Так, сейчас как тут он заводится. О, о, ребята, во, нормально, нормально, все, подача топлива есть, и значит, мы можем заводиться. Газуй! Так, давайте аккуратненько так задний ход, и все, мы взлетаем. Если что, мы вас по рации слышим, все окей. Аккуратно. Ой, командиры, извините, ну мы попытались аккуратно. Прием, сержанты, я напоминаю то, что вы должны ехать на взлетную полосу. Этот самолет является новой разработкой. Он выпущен в 2019 году. Оснащен самой лучшей техникой ПВО, а также оружием. Смотрите аккуратнее. О, так, хорошо. Так, Леха, не буянь, тут все взрывается. Прилипание. Так, ладно, получается, ребята, разгоняемся и shift. Да, или еще надо нажать чуть-чуть. Давай! Газуй! Я не понял. Это вот надо остановить на месте, ускоритель. Остановите полностью ага, самолет. Ага, так остановился. О! Вот это да! Ребята, вы посмотрите, вот это ускорители! Слушайте, вот это да! На разработке. Так, а что делать-то надо? Да, аккуратней, да, а что делать-то надо? Сержанты, на нашем болоте возле военной базы для вас расставлены метки, а то есть красные башни, которые вы должны уничтожить с помощью бомб. Всего их 3. Удачи. О, хорошо, так, ребят, смотрите, вот эти башни нам надо уничтожить. Так, отсек, ну-ка, давай попробую, я нажму. О, это что, бомбы полетели, ребята, бомбы! Ой, так бомбанулось. Слушай, да, мы попали. Поздравляю, цель поражена, идите к следующей. Так, Леха, сразу следующий, ребята, выкидывай бомбы. Так, раз бомба, полетели. Ну-ка, попал, не попал. Да, давай! Попал! Так, вроде попал. Четкое попадание. Ой, блин, я третий пропустил. Напоминаю, что у вас 2 пилота, и то есть один подручный, а то есть Алексей. У него есть пулемет. С помощью пулемета вы также можете уничтожить цель. Подручный! Хорошо, Леха, давай фигачь. Так, ребята, я, конечно, бомбы выкидываю. Раз, так, бомбочка. 2 пошла бомбочка. Так, рядом. Фигачи, попал. Так, вот, нормально, попал. Да, попал рядом. Это ж битие, да, получается? Yes. Поздравляю, цели уничтожены. Третья была подбита, но также уничтожена. Возвращайтесь на базу. А, ну хорошо, все. Блин, ребят, вот это классно, конечно. Не то, что сухопутные войска. Так ты летаешь, можешь это обстреливать, можешь бомбы какие-то скидывать. Блин, это реально прикольно. Так, ладно, ребят, все, снижаемся. Мы тогда сразу... Вы куда? Стойте на взлетную полосу. Ну куда? Не нас. Ай, елки-палки. Ай, ух ты. Добрый вечер. Парковка у нас. Самая лучшая. Ну, да. Здравствуйте, мы... Немножечко тут сбили всякие самолеты. Кстати, я тебе говорил, то, что этот мелкий, он фигня полная, видишь, взорвался. Да, я согласен, он вообще не очень. Ну, все, мы закончили, ну, да? Ну, конечно, над приземлением надо поработать, но так, в принципе, да, с оружием вы справились. Поздравляю, можете, ну, отдыхать и идти в казарму дальше командиру своему. Ну, все, спасибо. Вот, ну, мы тогда это что, ну, пошли, вы тут убирайтесь, все, мы уходим, короче. Давайте, отжимайтесь. Так, я лучше под зонтик стану. Давайте, мы тоже отжимались. Да, отжимайтесь в дождь. Мы сделаем из вас настоящих бойцов. Давайте, вы будете сильными, там, суровыми, вообще, крутыми чуваками. Давай, олень, ты это самое, не отдыхай тут, давай, отжимайся. Сержант Флейзин, сержант Джелл, мне нужна ваша помощь, подойди сюда. Чё такое, командир, чё случилось? В общем, из главного штаба только что пришла информация, что всех наших перебили в пустынном городе. И нужна подмога. И как раз таки вы мне нужны. Нужна помощь. Чего? Напали? Чё? Давайте мы это отправимся. О, как раз таки. Так, бойцы. Да, первое задание. Давайте это самое. Не отвлекаемся, отжимаемся. Слушайте, командир, мы можем наших новичков отправить туда, как раз таки. Отставить. Нет, новички туда не пойдут. Нам нужны серьезные, мощные ребята, которые уже знают, что такое настоящий бой. Вот как раз таки вы. Вы же помните, что вы сделали на острове. Вы нам нужны. Ну ладно, дайте нам тогда 2 минуты. Ну, можно хотя бы оленя взять, ну, там, ну, он нормальный вроде чувак. Слушай, Паша, ты сержант, ты решай, вот, рискуешь ли ты своей командой или нет. Если хочешь брать, бери, но через 3 минуты у вас самолет. Все, я пошел. Хорошо, так, бойцы, отставить, доделываем 1000-е отжимания, и это дается вам ровно 1 минута, чтобы собраться. Вот, мы потому что едем на новое задание.
Блин, Леха, а что за новое задание? Я не понял. Я сам не понимаю, что такое интересное что-то. Блин, ребят, нас реально сегодня, кажется, отправят на новое задание. Так, а вы давайте это самое, уши свои что распустили. Давайте отжимаемся. Раз-два. Итак, бойцы, сегодня мы с вами вступаем в взрослую жизнь. Точнее, вы. Сегодня вы станете настоящими мужчинами. Станьте настоящими военными. Ведь мы отправляемся на задание в другой город. Короче, я надеюсь, вы меня не подведете. Каждому бронежилет я отдал, так что вроде как да, должны... Да, бандитов не бояться. Да, бандитов не бояться, оружие у вас есть. Все, короче, отправляемся мы на этом самолете и прямо сейчас. Вы готовы? Скажите мне. Да, точно, капитан. Я не слышу, вы готовы? Да, я готов. Молодец, короче, все, пацаны, давайте отправляемся, а то мы уже опаздываем. Кто проживает в самолете быстрее? Так, это не та песня. Все, давайте заходим, ребят, давайте по... Пошевеливайтесь, вы елки-палки, мы сейчас улетим без вас. Ой, короче, ребята, все, мы отправляемся, вы там пока садитесь там, распределитесь по пунктам. Все, а мы, ребята, влетаем, а вы, пожалуйста, влепите лайк. Все, ночь, все, мы взлетаем, давай взлетаем. И, ребята, блин, на такой-то громаде, это ж просто трындец. Не то, что все, ребята, мы отправляемся на задание. Так, ну вроде как высота нормальная, так, метры хорошие, по координатам. Нормально. Ну, по координатам мы вроде как это прилетели, хотя я ничего не вижу из-за этого тумана. Ты еще это видишь, Леха? Не, вообще не видно. Пусто, пусто. Так, бойцы, вы там не спите, алло, прием. Не, сержант, мы в полной готовности. Так, сейчас мы скоро будем высаживаться, вы ожидайте. Во, я вижу дома. Так, бойцы. Парашюты на готове. По моей команде выпрыгиваем. Раз, два, три, прыгаем! Все, выходим, прыгаем! Выходим, Лёха, выходим, быстрее! Так, все, быстрее! Бегом! Так, все, дебилы, выпрыгивайте! Вы чё? Парашют! Так, куда? Ладно, я понял, так другие куда? Ёлки-палки, так куда они там приземлились? А мы не учили парашют открывать! Олень, ты чё, блин, парашют-то не открыт, ты ёкаломаная, я ж... Олень, ну ты олень! Ну ты, блин, трындец, ну, еще один олень завелся. Так, это самое... Я в порядке! Куда другие бойцы-то полетели? Ой, я не знаю, куда мы полетели. Мы просто выпрыгнули с самолета, нам даже парашют-то не дали. О, боже мой, я же в начале поездки говорил, что парашюты находятся в отсеке для парашютов. Там красным почерком так написано. Ладно, ты жив, в принципе, нормально. А, так, а остальные... Ну, куда-то, наверное, найдутся. Полетели. Ладно, все, короче, пошлите давайте быстрее. Я думаю, сейчас еще попадем в засаду. Итак, после эпичного падения мы, получается, нашли только трех участников. Хотя в нашей группе всего их пять. Вопрос, где еще два? Алло, На крыше! Вы куда попадали? Ну, блин, трындец какой-то. Ладно, пошлите. Мы, короче, ребята, уже пришли в город. И, получается, вот он. Вот он, тот самый город, где обитают террористы. Так, и мы должны их, ребята, в этой миссии устранить. Бандиты! Ну, бандосы, вообще. Так, ну вот только меня волнует, где еще два чувака? Они куда пропали или что, я не пойму. Так, ну-ка, может, тут что-то... Погнали, искай быстрее! Так, подождите. Мне рассказывал этот наш командир то, что если есть окопы и шин, то, возможно, где-то рядом... обитают эти чуваки, бандиты, короче. Баррикады, да. Смотри, Боба, в окна. Да, еще снайпер. Так, блин, капец, я первый раз на таком задании еще со своей командой. Очень и очень страшно. Так, ладно, пацаны, давайте аккуратно пробираемся. Так, главное, не шуметь еще. Так, ну-ка тут. Есть туда. Пусто. Так, ладно, давайте дальше проходим. Так, тут где-то должны быть бандиты. Так, аккуратненько проходим. Давайте все за мной. Так, ну-ка тут. Вау, пацаны, тут гости. Бега, так, это террористы. Так, пацаны, действуем по моему плану. Проходим. Да, что это такое? Так, ладно, давайте. Так, стреляем по каждому террористу, короче. Один в автобусе. Давай. Один в автобусе. Ёшкин, матрёшкин. Что это, блин, как такое? Какой-то небронированный. Вау. Да еще у них РПГ есть, так аккуратней! Ёлки-палки! Олень, ты че, не падай ты! Так, я поднимаюсь наверх, пацаны! Вау! Я вижу РПГ-диста, короче, на балконе! Так, устранил! Да, у них все равно! Ё-моё, да сколько их! Их тут это муравейник как будто! Граната! Так, давайте! Ай! Так, ща! У меня граната есть! Кидаю гранату! Еще гранату кидаю, короче, закидываю гранатами! Вау! Олень, не мешайся! Давайте, пацаны, проходим! Это план-штурм! Давайте проходим! Давай, оба! Давай, план-бабочка, план-дедушка! Короче, все, проходим! Вау! Так, за баррикады, пацаны, прячься за баррикады! Ой, прячься! Так, еще где? Подождите, я вообще ничего не понял. Так, где-то на крышах, пацаны. Вон их все больше и больше. Давайте. Блин, ребята, это очень жестко. Так, все, отстреливайтесь. Главное, уничтожайте тех чуваков, которые с РПГ. Вроде бы нету.
Да, да нифига, они есть, я просто уже устал стрелять, у меня патроны кончаются с каждым разом. Так, еще, hello! Еще. Один за бочкой. Так, все, уничтожил, так уничтожил. О, боже мой, давайте прорываемся. Давайте, давайте. О, хорошо, хорошо, идем. Дальше в атаку. Давайте. Опасно, о, джокеры! Хорошо. Так, давайте, джокеры, так, смотрите, главное, чтобы... Ой, так откуда стрелять? На балконах, пацаны, так, кидай балконы! Гранату. На балкон кидай гранату. Так, ну-ка, пошел нафиг. Тр-та-бам! Вау! Вот, куда? Я не знаю, но это моя граната, кажется, кого-то бомбанула. А, так, еще на балконах, еще сверху, на крышах, пацаны, есть. Я увидел! Ой, давайте, обстреливаем. Так, и дальше проходим, дальше захватываем территорию. Захватываем! Паша, как сержант, как у вас там обстановка? Я слышу выстрелы. А, слушайте, командир, город вообще в полной попе, мне кажется, тут это дофигище террористы. Тут муравейник, мне кажется, какой-то. Так, хорошо, что-то по террористам. Вы справляетесь? Ну, потихоньку, конечно, есть раненые, но вроде как нормально. Вау! Да, РПГ у них очень много, взрывной мощи. Нам бы не помещала подмога какая-то с воздуха. Так, хорошо, подмога. Вы пока защищайте территорию, попытайтесь захватить южную часть территории. Нам надо город захватить. Короче, их там очень много. Ладно, вызываю подмогу, скоро вам приедут. Вы пока держитесь там, мы с вами. Ой, так точно, сэр, так что? Давайте проходим дальше, пацаны, Во, минус еще один, так сейчас. Вот я посередине. Что? Вроде все, пацаны, там еще чуть-чуть. Так, сзади это олень, уничтожили. Короче, пацаны, все, поздравляю вас, бойцы. Это ваш первый захват. Так, предлагаю тут оборудовать лагерь. Ну и, в принципе, дожидаться подмоги. А вы, ребята, пожалуйста, влепите лайкосик, если вы хотите продолжение данной части. А, пожалуйста, давайте наберем кучу лайков. Ну и также подписывайтесь на мой канал, делайте красной кнопочкой подписаться серой. Ну и на желтом, не забываем подписываться, ссылочка на него тоже в описании. Все, дальше, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.